В среднем по Хакасии она составила 30%, но в Абакане и этого не набралось. На некоторых участках явка едва дотянула до 10%. Тем не менее, выборы состоялись, и вот их предварительные результаты. Наибольшее количество голосов в дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Хакасии получили Геннадий Цыпышев и Виктор Лебедев, оба представители «Единой России». А вот за глав муниципалитетов жители районов голосовали более активно. В итоге Аскийский район возглавит Абрек Чылтыгмашев, Бейский район Юрий Курлаев, Орджоникидзевский Алексей Попков. Главой Сорска стал Владимир Найденов.